Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не отверг мне грешника, но удостоил меня приобщиться к святынь Твоей. Благодарю Тебя, что меня недостойного причаститься, причистить, то это небесных даров Ты удостоил, но, Владыка, человеколюбец, ради нас умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные, творящие Твои таинства, благодеяния, освящения, души, тел нашей. Сделай, чтобы они были не в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, а в просвещении чьи сердцем его, мир, душевных моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнении мудростью, в соблюдении заповедей Твоих, умножении божественной Твоей благодати, Твоего царства, приобретения, чтобы сохраняемый ими в освящении Твоем. Я всегда помнил милость Твою, жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки, Благодетеля, таким образом, уйдя из здешней жизни, в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечных наслаждений, взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинная цель стремления, неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает сотворение во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне за причащение причистых, оживляющих Твоих таинств. Молю же Тебя, благой человеку, любивый, сохрани меня под кровом Твоим на тени крыльях Твоих, и даруй мне чистую совесть до последнего моего вздоха, достойно причащайся святынь Твоих, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ. И Тебе слово высылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть добровольно, ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучшие члены тела моего, все суставы внутренности, сердце, и сожги терни всех моих согрешений. Душа очисти, освети мысли, колени утвердись костями, вместе просвети пять главных чувств. Всего меня пригвозди страхом пред тобой, всегда защищай, храни и береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, мывай, устрояй меня, украшай, вразумляй, просвещай меня. Яви меня Твоей обителю единого духа, и уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страсть, как от дома Твоего, как от огня, ходатаями за себя Тебе представляю всех святых начальников, воинств бесплотных, притечи Твоего мудрых апостолов, и сверхи Твою непорочную чистую Матерь, прими их молитвы милосердный Христос, мой Сыном Света, соделай Твоего служителя, ибо Ты единый благоосвящение, а также сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу, Владыке, всем и славу высылаем каждый день. Дело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мне жизнь вечную, кровь Твоя драгоценная, прощение грехов, да будет же мне это благодарение, в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие мне грешника стать справа от славы Твоей, по ходатайствам все чистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченный моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником пречистого тела и драгоценной крови Сына Твоего. Но родивший истинный свет, просвети духовную очи сердцем Его, источник бессмертия родившая, оживи меня умершленного грехом. Милостью Бога любящей, милосердием, Матерь, помилуй меня и дай мне умиление сокрушение сердца моим, и смирение в мыслях моих и призваниях помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой. И удостой меня до последнего моего вздоха, не в осуждении принимай святыню пречистых таинств, но в исцелении души и тела, и подай мне слезы покаяния, покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, и ковидисто очи мои, спасение Твое, ежись уготов пред лицем всех людей, свет в откровении злотов и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашего, Владыку, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам дни, сё, остави нам долги наши, кожи, мы оставляем должником наши. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемшую слово Твое. Им же боголепно научилось естество, сущих уяснилось им.
человеческие обычаи украсил и си царское священие, Отче преподобни, моли Христа Бога, спасися душа нашей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился и си основание непоколебимое церкви, подая всем некрадам и Господству человеком. Запечатлея твоими велениями, небоявленье Василия преподобнее, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не презрит грешных молений гласа, но предварит, облагая на помощь нас верно зовущих им. Ускори на молитву и почисти на моление, предстательствующее присно Богородице, чтущее тебя. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую бессмертную Серафим, без истления Богослова Рожию, сущую Богородицу, тебя величаем. Именем Господним благослови, Отче. И святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Thank you.